Подкормка пчелосенью сахарным сиропом. Сроки. Любой пчеловод, заботящийся о благополучной зимовке пчелиного потомства после завершения летнего сезона, проводит ревизию в пчелиных ульях с целью определить, хватает ли заготовленных пчелами медовых запасов до весны. Если меда недостаточно, рекомендуется осеннее кормление пчел сахарным сиропом. Подкормка пчелосенью сахарным сиропом. Сроки. Эту процедуру проводят после последней откачки меда в определенный промежуток времени, начиная с 20-х чисел августа и до середины сентября. Осеннее кормление пчел сахаром осуществляется в разные сроки в зависимости от региона и климата. Важно! Как правило, процедуру проводят не позднее 10 сентября. Это связано с тем, что переработка сахарного сиропа для пчел является трудоемким и энергозатратным процессом, истощающим организм этих насекомых. Если перерабатывать сахарный сироп будут расплодные пчелы, до весны пчелосемья не доживет. Поэтому рекомендуется подкармливать сахарным сиропом только сильные семьи. Важная информация. Ослабленные пчелиные выводки предпочтительно смешивать с сильными. Еще одной важной причиной, по которой подкормку пчел сахарным сиропом нужно завершить до первых осенних заморозков, является то, что молодые особи, которые еще не в состоянии совершать облет, начинают испражняться прямо в ульи, что грозит пчелам серьезной инфекцией, рискующей погубить все потомство. Следует помнить, что неверно выбранные сроки для кормления пчел могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью этих маленьких трудолюбивых созданий. Подкормка пчелосенью сахарным сиропом. Когда нужно осенью давать сироп пчелам? Подкормка пчел сладким сахарным сиропом осенью необходима в следующих случаях, если пчелы не сумели заготовить необходимое им количество меда для зимовки, как уже упоминалось выше. Если некоторые соты не запечатаны. Если необходимо внести какой-либо лекарственный препарат для профилактики или лечения инфекций. Если мед в сотах по тем или иным причинам засахарился. Использование пакетов для кормления пчел. Как же кормить пчел осенью сахаром? Существует несколько способов, при помощи которых можно подкормить пчел. Для этого в ульи могут устанавливать специальные кормушки, прикрепляющиеся к стенкам улья. Пустые рамки, трехлитровые стеклянные банки. Перечисленные емкости наполняются сахарным сиропом и устанавливаются непосредственно в улей. Однако опытные пчеловоды успешно применяют для подкармливания пчел обыкновенные полиэтиленовые пакеты. Этот способ является наименее энергозатратным, но при этом более удобным по всем показателям. Принцип установки: чистый сухой пакет наполняют готовым сахарным сиропом, завязывают и складывают на верхние рамки. Внимание! Подкормка пчел сиропом должна осуществляться только в вечернее время, после завершения трудового дня, когда все пчелы находятся в улье. Пакет аккуратно накрывает прополисным холстиком и закрывает улей. Полиэтиленовый пакет, благодаря своей пористой структуре, позволяет распространить запах по всему улью. Пчела, нашедшая лакомство, самостоятельно прокалывает пакет и высасывает сироп. Однако некоторые пчеловоды тонкой иглой протыкают пакет в нескольких местах перед тем, как поместить его в улей. Как правило, нескольких дней вполне достаточно, чтобы сахарный сироп был съеден пчелами полностью. Пчеловоду останется только вынуть из улья пустой пакет. Использование пакетов для кормления пчел. Выбор сиропа, сколько необходимо пчелам. Существует несколько разновидностей сладких сиропов для кормления пчел осенью, сахарный, в основе которого два основных компонента – сахар и вода. При необходимости можно включить туда различные добавки в виде травяных настоев, экстрактов или лекарственных препаратов, нужных для профилактики или лечения пчелиных инфекций. Инвертированный, в основе которого находится натуральный мед. Медовая сыта, где натуральный мед слегка разбавляется водой в строго отведенной пропорции. Важно! Выбор того или иного сиропа для подкормки напрямую зависит от климата в регионе, от времени года, от состояния пчелиной семьи и даже от места ее зимовки. Пчеловоду следует знать, что медовую сыту чаще всего применяют для увеличения расплода пчел ранней весной. Самым популярным среди российских пчеловодов осенним прикормом остается сахарный сироп. У каждого пасечника имеется свой уникальный рецепт приготовления сахарного сиропа. Активно применяются проверенные опытом и временем добавки. Но существует ряд правил, которые неукоснительно должен соблюдать каждый пчеловод. Необходимо использовать сахар самого лучшего качества. Предпочтительным остается использование колодезной, родниковой или предварительно очищенной воды.
Для приготовления сахарного сиропа необходимо использовать алюминиевую или эмалированную посуду. Сахарный сироп подается пчелам, его необходимо остудить до 30-40 градусов. Перед переливанием сиропа в пакет необходимо убедиться в чистоте рук без следов крема или парфюмерии. Резкие посторонние запахи могут разозлить пчел. Как приготовить сахарный сироп? Концентрация сахарного сиропа может быть следующей: 1. Один. На 1 кг сахара берется 1 литр воды. 3-2 является наиболее оптимальной концентрацией для подкормки пчел в осеннее время. Рецепт приготовления сахарного сиропа. В чистую кастрюлю залить 2 литра воды и довести до кипения. Добавить 3 кг сахара и тщательно перемешать. Остудить сахарный сироп до 40 градусов. Перелить готовый сироп в чистый сухой пакет и завязать его. Подкормка для пчел готова для установки. Подкормка пчел сахаром, добавки в сироп. Пчеловоды с успехом добавляют в сахарный сироп разнообразные добавки в виде травяных настоев и экстрактов. Добавки призваны насытить организм пчел питательными веществами и необходимыми микроэлементами, повысить жизнеспособность и выносливость пчел. В профилактических или лечебных целях могут применяться также специальные лекарственные препараты. Наиболее популярны у пчеловодов следующие добавки. С целью повышения иммунитета пчел в прикорм добавляется кобальт. Таблетки кобальта можно приобрести в аптеке. Как правило, 2 таблеток достаточно для сиропа объемом в 2 литра. Для пополнения запасов витаминов и микроэлементов в качестве добавки успешно применяют обычные пекарские дрожжи. На 5 литров сиропа необходимо примерно 125 грамм. Прессованных дрожжей. В случае использования сухих дрожжей их требуется предварительно разбавить водой. В избежании пчелиных инфекций в сахарный сироп может добавляться фумагелин. Это самое надежное средство для борьбы с пчелиным нозематозом, причиной которого может быть длительная дождливая погода, поздний облет пчел и дыры. Разбавлять необходимо строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. Хвойный экстракт, добавленный в сахарный сироп, защитит ульи от клещей. Хвоя сосны ели богата витаминами и фитонцидами, благотворно влияющими на иммунитет. Применение его повышает сопротивляемость инфекциям и положительно влияет на количество приплода пчелиных семей. 2 грамма экстракта смешивают с 1/2 стакана воды и смешивают с 1 литром готового сахарного сиропа. Но будьте внимательны с этой добавкой. При несоблюдении пропорций существует риск увеличения смертности пчел. Количество экстракта должно составлять до 4 граммов на 1 литр готового корма. Наиболее популярной у пчеловодов добавкой остается 80% на уксусная эссенция. 3-4 грамма, примерно 1 столовая ложка, распределяется на 10 литров сиропа. Бытует мнение, что пчелы предпочитают слегка подкисленный сироп, меньше изнашиваются в процессе его переваривания и сохраняют энергию. Перга – еще одна излюбленная добавка для осеннего прикорма пчел. Перга компенсирует недостающие в сахарном сиропе вещества. Травы для сиропа пчелам осенью. Наиболее популярными травами среди пчеловодов являются календула, ромашка, пустырник, чебрец, пижма, багульник. Они благотворно действуют на организм пчел, препятствуют развитию инфекций в улье, благоприятно сказываются на выносливости насекомых. 50 граммов сухого сырья заливают 1 литром холодной воды и доводят до кипения. Затем охлаждают, фильтруют и добавляют в готовый сахарный сироп на 1 литр сиропа 50 мл полученного настоя. Пчелы, как и люди, могут страдать заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно губительной для них может оказаться диарея. Это изнашивает пчелиный организм. К тому же, если пчела начнет испражняться в улей, то весьма велик риск распространения инфекции по всему улью. Таким образом, может погибнуть вся пчелиная семья. При диарее у пчел успешно применяется кора дуба. Готовый травяной настой смешивается с сахарным сиропом в пропорции 1:1. Воротоз – болезнь, погубившая не одну пчелиную семью. В случае обнаружения клеща может лечебный сироп с отваром полыни и хвои. 100 грамм, полыни горькой 900 грамм. Хвои заливают 10 литрами воды, кипятят 3 часа, затем дают отстояться и фильтруют. На 1 литр сахарного сиропа используется 50 мл настоя. Таким образом, правильно соблюденные пропорции при приготовлении сахарного сиропа, подходящие добавки и верные сроки кормления позволят обеспечить пчелам выносливость и жизнеспособность. Успешного и плодотворного пчеловодства! 00 Volt Article Rating.